Православная Церковь исполняет ту ответственную миссию, которую на нее возложил сам Христос. Приступите! Исповедовался, кто готовился к причащению, подходя к причастию, пожалуйста, называйте громко свое имя. Мы будем причащать на две чаши. Вторая чаша будет в центре храма, поэтому не торопитесь, с благоговением, пожалуйста, подходите. Знакомым, самому, потому что болею. Прощение у Господа усопшим. Ага. Чувствуется праздничный день, как бы в душе, в стране, в Казани. У меня чувствуется. Здесь вот чувствуется. В стране нет, не вижу. В стране, в России или в Татарстане? В России. Ага. А вот после церкви вы сейчас дома что-то будете делать? Праздник как продолжится у вас? Продолжится. Я даже не знаю, что будем делать.